О повышении качества региональной системы образования говорили на заседании круглого стола. Его посвятили завершенному в Пензе Всероссийскому форуму «Качество образования во имя страны». Участие в нем принял даже Владимир Путин. На площадке работали и представители Ненецкого округа. На обсуждение было вынесено несколько вопросов, каждый направлен на повышение уровня образования в Ненецком округе. И чтобы этого добиться, уверяют специалисты, давать новые знания нужно не только школьникам, но и преподавателям, повышая тем самым их квалификацию. Мы сегодня говорим, что преподаватель и учитель школьный должны не просто давать какую-то сумму знаний, они должны уметь учиться сами, идти как бы вперед, да, то есть на продвижение. Понятно, что если мы хотим подготовить специалиста высшего класса, то мы сами должны быть выше этого уровня, да, понятно же это. То есть не знающий не может научить чему-либо. По мнению Галины Медведевой, давать ученикам только знания мало, а преподаватель своих воспитанников должен вырабатывать еще и характер, в том числе нравственные ценности и умение жить в многонациональном обществе. Говорили об общих проблемах в российской системе образования. Одна из них – различие между регионами учебными программы. К примеру, если ребенок уехал получать знания в другой город, он сталкивается с очевидными трудностями. Знания, которые ему давали в одном образовательном учреждении, значительно будут отличаться от тех, что получит сейчас, то есть в новой школе.